19-я серия сериала «Ветреный» закончилась плачевно. Как вы заметили, звук выстрела не было. Мы думаем, просто Хазар упал из высоты и навредил голову. Амиран в этот момент сидел на лестнице и анализировал слова Раян, бабушки и Хазара. Очнись, Миран, очнись. Пожалуйста, не уходи. Господь мой свидетель, я лишь любил твою маму. Вот тот момент Хазар упал. Хотим вас успокоить, что с Хазаром все будет в порядке. Он не умрет.